Сестра Эвелины Блёден живет в Ялте. Сегодня в ее дом нагрянула полиция. Диане предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Ранее женщина уже попадалась с запрещенными медикаментами, поэтому если ее вина будет доказана, наказание будет весьма суровым. Примерно 5 лет назад Диана появилась на телевидении и рассказала, что у нее цирроз печени, поэтому ей требуется дорогостоящая медицинская помощь. Эвелина тогда согласилась помочь сестре и нашла деньги на лекарства. Женщины даже начали общаться друг с другом. Но в прошлом году 43-летнюю Диану обвинили в угоне автомобиля, на котором были перебиты номера, а теперь у нее дома обнаружили наркотики. Сначала неизвестные заметили женщину около озера, где она активно что-то искала, потом проследили за ней до дома. Позже к Диане приехала полиция с обыском. В квартире по месту жительства 43-летней гражданки было обнаружено 5 свертков с наркотическим средством амфетамин и 1 сверток с наркотическим веществом марихуана, которые она нашла в лесном массиве в районе озера и хранила для личного потребления, сообщили в органах. Все запрещенные вещества отправлены на экспертизу. По ее итогам будет ясно, возбудят ли против Дианы еще одно уголовное дело. Известно, что с 1997 года сестра Эвелины Блёденс состояла на учете из-за употребления наркотиков. Судимость за контрабанду запрещенных веществ у нее еще не погашена. В январе 2019 Диану выпустили из тюрьмы.